Слушай, Шон, не пошел бы ты... Господи. Ну, зато охраны можешь тут не бояться. Они же не полные дураки. Лезть туда, где один неверный шаг, верная смерть. Заткнись. Оттуда, наверное, сможешь допрыгнуть. Наверное? Сможешь, не бойся. Ну, чуток можешь и побояться. Она явно делала расчеты под кайфом. Шон! Шутка. Это шутка. Или нет? Не так уж плохо. Ты, наверное, Десмонд. Не совсем то, что я ждал. У вас там с кадрами не ахти, полагаю. Ты кто?
Отца спроси. Дай мне это. Не дам. Слушай, мне запретили тебя убивать. А вот насчет морды босс ничего не говорил. Так что я считаю, да... Что за хмырь этот Дэниел Кросс? Не поверишь, но он когда-то был ассасином. Причем, говорят, не просто ассасином. Оказался тайным агентом Абстерго. Должен был втереться в доверие и развалить нас изнутри. Как он узнал, что ты там? Нас могли поймать. Видимо, засекли меня в своей сети и послали Кросса выяснить, что нам надо. Найди они наше укрытие, мы бы уже знали. Вот, правда, в дальнейшем нам придется сложно. Я поставила сверху пару камер. Если кто-то явится, мы увидим. Ну что, теперь найди, куда засунуть эту батарейку. Или можем вернуться к Коннору, если хочешь. Все сокровища мира бесполезны, если нет ключа. Жестокую силу солнца нельзя принять. Попробуем отразить ее. Но мы же могли создавать защитные поля, которые уберегут нас. Маленькие и простые. Создать щит, закрывающий целый мир. Нам не хватало энергии. Полмира был ответ. А лучше, чем ничего. Попытка. И снова провал. Четверть, сказали они. И снова неудача. Шестая, восьмая, десятая, кричали они. Безрезультатно. Один город, если бы было время. Но его не было. И мы сдались.
Есть один способ узнать. Удачи, Дезмонд. Время ныне тяжелое. И без того непрочный союз короны и подданных трещит по швам. А за сценой тамплиеры. Они по-прежнему дергают за нитки. Они настойчиво ищут власти и контроля. Но как это будет здесь? Кто им помогает? Какие заговоры они плетут сейчас? Я должен все узнать. Лишь зная врага, я могу его остановить. Коннор! Есть минутка? Конечно. Взгляни-ка. Что это? Шенбяо. Он же дротик на веревке. Его чертеж, в числе прочих, дала нам Шао Юн. Прости. Придется поучиться. Ганадоган? Да, друг мой. Почему ты пришел? Что-то с деревни? Да. В чем дело? Что случилось? Пришли люди, велели уходить. Сказали, земля продана с согласия конфедерации. Нашего посланника не стали слушать. Но так нельзя. Мы не можем идти против вождя, но ты тоже прав. Мы не можем бросить наш дом. Назови имя. Ты знаешь, кто за этим стоит? Его зовут Уильям Джонсон. Где он сейчас? Где-то в Бостоне, готовит бумаги к сделке. Сделка? Это грабеж. Коннор, будь осторожен. Эти люди опасны. А что мне делать? Я дал слово своим людям. Ладно, если ты уверен, что прав, поищи в Бостоне Сэма Адамса. Он сумеет помочь. Что ты творишь? Когда мои люди идут на войну, они вонзают топор в столб в знак ее начала. Когда угроза минует, топор достают. Ах, мог бы в дерево воткнуть.
сомневайтесь! Такое предложение... Что ты перебил? Демонстрации недостаточно, Сэм. Надо действовать. И я имею в виду не письма с упреками. Я понимаю ваше недовольство, господа. Но и... А, Коннор, здравствуйте. Что привело вас в Бостон? Вы. Простите нас, господа. Спасибо. Наш разговор грозил уйти в неприятное русло. Итак, чем я могу помочь? Мне нужен Уильям Джонсон. Вы мне поможете? Конечно. Я направляюсь на встречу с теми, кто сумеет вам помочь. Присоединяйтесь. Приятно видеть, что люди наконец-то восстали против несправедливости. Сказал человек, у которого есть раб. Кто? Сари? Мои слова не расходятся с делом. Она свободная женщина. Хотя бы на бумаге. Взгляды людей изменить сложнее. Увы, несмотря на прогресс, мы цепляемся за это варварство. Так выскажитесь против. Сначала нужно отстоять наши права. После этого мы сможем заняться другими делами. Вы говорите так, словно ваша участь не легче рабской. Это не так. Скажите это тем, у кого квартируют британские солдаты. Или тем, чьи лавки закрылись из-за недовольства коров. Эй! Это мой дом! Что бы вы ни говорили, ворюги! А если мое имущество нужно этим пням из парламента, пусть плывут за ним сюда сами! Хватит болтать языком! Живо открывайте дверь, или ее выбьет! А, черт, мы заходим! Полагаю, доказательств достаточно, Коннор. Идите дальше. Я догоню вас позже. Это все, что ты можешь? Помогли бы мне! На местный склад еще не заглядывал? По делам, Эмма. Пусть только попробует снова прийти. Друга от всей души. Вы в порядке? В полном. Не в первый раз дерусь. У этих лисят острые зубы и когти, но дерутся они как щенки. Спасибо, дружище. Я бы купил вам Эля. На меня давно кое-где ждут.
ждать! Вы найдете здесь! Отсюда я попаду! Вот черт, из-под ноги никак! Коннор, хочу познакомить вас с моими друзьями. Владелец этого славного заведения Уильям Молино и управляющий повар Стефан Шафо. А, мы с Коннором как раз столкнулись с солдатами. Сборщик налогов хотел вломиться в мой дом. Эти сборщики наглеют с каждым днем. Нужно заняться этим, Сэмюэл. Пора поднять знамя. Сделать что-то, чтобы дать людям знать, они не одни. В порту неспокойно. Недовольные пикетируют поставки британского чая. И весь город глаз не сводит с этой сцены. Бостон из решённой чая опасен. Уильям Джонсон сгружает чай тайно. Его человек пытался продать мне это. Я отказался, но вот образец тех кораблей. Взгляните на печать. Джонсон просит втридорога. Те, кто согласился, озолотят его. Где он сейчас? Я с ним не знаком. А зачем вы его ищете, Коннор? Он хочет купить землю, на которой стоит моя деревня, не спросив согласия у моего народа. Без всякого сомнения, доходы с этой контрабанды идут на покупку земли. Без сомнения, этот налог на чай поощряет контрабанду. Думаю, те же, кто задирает налоги, продают чай. Сцене нужен спектакль, я знаю нужную пьесу. Коннор, ступайте в порт и займитесь уничтожением чая. Если что, приходите сюда.
Простите. Эй, полегче! А вот и нет. Эй, мой! Стой! Стой! За ним! Вы кретины! Пощади, пожалей меня. Я не случайно. Чтобы я не натворил, пощади, друг. Я же просто славный добрый парень.
Я же просто славный, добрый парень. Что бы я ни натворил, пощади, друг. Глаза у него просто бешеные. Вот он! Взять! Новости о бунте в Египте. Османские лоялисты восстали и свергли мамлюка Алибея. Слушай, старик, иди сюда. Вот, молодец, умница. Тихо, тихо. Кто-то играет жизнями всех местных торговцев, точно марионетки. Они нас разделили, теперь властны.